В Башкирии за 2016 год появилось 909 новых малых предприятий. Столько уведомлений о начале предпринимательской деятельности поступило в региональное управление Роспотребнадзора. В минувшем году появились новые предприятия по 21 виду деятельности. 37% от общего числа занимавшихся общественным питанием, 34% розничной торговлей, 9% бытовыми услугами. Больше всего новых юрлиц и индивидуальных предпринимателей, 44%, появилось в Уфе. Отмечу, что по действующему законодательству под обязанность предпринимателя уведомить контролирующий орган о начале своей работы подпадает почти 40 видов деятельности.